Ломаченко провел открытую тренировку в Нью-Йорке. Украинский боксер уже 9 декабря будет драться с Риганда. Украинский чемпион Василий Ломаченко, 9-1, Симко, провел традиционную открытую тренировку накануне поединка с кубинцем Гильермо Риганда, 17-0-11-ко. Под пристальным вниманием СМИ в Нью-Йорке украинец продемонстрировал свои умения. Напомним, бой Ломаченко, Гильермо Ригодна, 17-0-11-ко, состоится 9 декабря в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка, которая начнется утром 10 декабря в 7:00 по киевскому времени. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.